Как провести прямой эфир в YouTube, если на вашем канале еще нет 1000 подписчиков? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubez. В этом ролике мы разберем одну из очень часто задаваемых тем. Недавно, кстати, на моем канале вышел ролик о том, как провести прямой эфир в YouTube с телефона, и от вас стали поступать вопросы о том, что не запускается прямой эфир в YouTube с телефона, потому что у меня нету еще 1000 подписчиков. Но нам же с вами важно набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров, чтобы подключить монетизацию, чтобы наши ролики стали чаще рекомендоваться в следующие, в похожие видео. Вот. Для этого, естественно, нужно как можно чаще выкладывать ролики, и один из форматов, который помогает вам быстро продвигаться и набирать именно часы просмотров, потому что прямые эфиры у нас чаще всего длиннее, чем обычные ролики, мы сейчас будем с вами разбираться, как провести с ноутбука, в общем-то, прямой эфир на YouTube. Итак, значит, смотрите, здесь вот у нас есть камера, плюсик, когда вы находитесь на своем канале, нажимаем и нажимаем начать трансляцию. Здесь вот выбираете веб-камера, вот обратите внимание, и здесь мы вводим название нашего прямого эфира, нашей трансляции. У меня будет тестовая. Вы можете здесь выбрать, какой будет доступ, открытый или доступ по ссылке. Ну, естественно, открытый — это будут видеть все подписчики и зрители YouTube. Доступ по ссылке будут видеть только те, кому вы дадите эту ссылку. Я пока поставлю доступ по ссылке. Мы можем эту трансляцию запланировать на определенную дату и время. Если у вас есть такая необходимость, выбираем здесь дату и желаемое время. Дальше вы выбираете, какая аудитория будет смотреть, это видео для детей или нет. У меня стоит, что не для детей. И нажимаем «Далее». Здесь улыбаемся. И это будет значок у вашего прямого эфира. Ну, вы всегда можете загрузить свой значок, нажав вот сюда. Вот, соответственно, дальше мы можем либо начать эфир, либо просто нажать «Ок». Мы запланировали свою прямую трансляцию, свой прямой эфир, вот наш 16 июня. И где нам теперь посмотреть, есть ли действительно эта трансляция, можем зайти в творческую студию в разделе «Видео», в «Трансляциях». Вот действительно тестовая трансляция с доступом по ссылке и запланирована у нас на 16 июня. То есть, что вам потом нужно сделать, чтобы ее запустить? В определенную эту дату и время, которую вы запланировали, просто нажимаете вот сюда, перейти в панель управления трансляцией, и нажимаете «Начать эфир». Сейчас у меня будет эфир с доступом по ссылке. Здесь у нас комментарии, мы можем писать всем, кто у нас в эфире, и читать, что пишут люди. Вот. Ну, по сути, здесь все просто. Есть звук, регулировать можно, можем поделиться своей же трансляцией, например, в социальных сетях или отправить ссылку в рассылку. Да? Все, после того, как мы провели прямую трансляцию, все рассказали, что хотели, нажимаем «Завершить». И вот можем изменить в творческой студии. Может быть, добавить теги, прописать какое-то другое название, ну, поменять все, что мы хотим, как у обычного видео. Все, теперь мы можем вернуться просто в панель управления, где у нас видеоролики, в разделе «Трансляции». Мы видим, что наша трансляция длилась 26 секунд, в общем-то, она уже прошла, если она нам не нужна, в моем случае она не нужна, я ее просто удалю.
В общем-то, вот так легко и просто можно провести прямой эфир на YouTube, если у вас еще нет 1000 подписчиков. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, пишите в комментариях, получилось ли у вас провести прямую трансляцию, или вы, может быть, уже раньше проводили. Для самых быстрых уже сейчас вы можете забрать по ссылке, которая появилась на экране, пошаговый план продвижения на YouTube. Ну, а также посмотрите другие полезные ролики, которые есть на моем канале. С вами была Юлия Измайлова. До встречи. Всем пока.